Делаю пиццу на сковороде. Две ложки майонеза, две ложки сметаны, одно или два яйца. Все это взбиваем венчиком. Добавляем 5 столовых ложек муки. Разравниваем, чтобы потом можно было его перевернуть. Так вот, выпекаем блинчик. Готовим ингредиенты. У меня это такой вот вяленый огурец один помидор, одна сосиска, сыр, майонез и кетчуп. Самое сложное для меня это было перевернуть вот этот блин, потому что сковородка у меня большая, 28 сантиметров, немножко у меня вот здесь ломался. Ничего. Мажем кетчупом и майонезом. Разложили ингредиенты. Отступайте от краев где-то сантиметрик. Убавляем огонь. Все это посыпали тертым сыром. Накрываем крышкой, засекаем 10 минут. Сыр к этому времени расплавится, и ваша пицца будет готова. Вкуснейшая в мире пицца готова. Приятного аппетита!